Ciao, oggi scriviamo un dettato per il livello intermedio. Nella sezione dei commenti di questo video potete trovare la trascrizione del testo di questo dettato, però prima provate a scriverlo senza guardare ovviamente. Allora, e questo testo lo leggo 3 volte, la prima volta con la velocità normale e voi semplicemente ascoltate, poi lo leggo lentamente ripetendo ogni frase 3 volte. E poi l'ultima volta lo leggo ancora la terza volta per controllarlo. Allora, partiamo. Prima ascoltate. Однажды мама купила персики и хотела дать их детям после ужина. Она вымыла персики, положила их на тарелку и поставила в шкаф. Маленький Миша очень любил персики и не хотел ждать до ужина. Когда мамы не было в кухне, он открыл шкаф и взял тарелку с персиками. Миша попробовал один персик, он ему очень понравился. Он попробовал второй, потом третий и скоро съел все персики. За ужином мама спросила детей: «Дети, кто съел персики?» Все сказали: «Я не ел». И Миша тоже сказал: «Я не ел». Папа сказал: «Это ничего, что кто-то съел персики, нам не жалко. Но в персике есть косточка. Если ее проглотить, то можно умереть». Маленький Миша сказал: «Я косточки в окно выбросил». Все засмеялись, а Миша заплакал. Окей, adesso scriviamo. Однажды мама купила персики. Однажды мама купила персики. Однажды мама купила персики и хотела дать их детям. И хотела дать их детям. И хотела дать их детям после ужина. После ужина. После ужина. Она вымыла персики. Она вымыла персики. Она вымыла персики. Положила их на тарелку. Положила их на тарелку. Положила их на тарелку. И поставила в шкаф. И поставила в шкаф. И поставила в шкаф. Маленький Миша очень любил персики. Маленький Миша очень любил персики. Маленький Миша очень любил персики и не хотел ждать до ужина. И не хотел ждать до ужина. И не хотел ждать до ужина. Когда мамы не было в кухне, когда мамы не было в кухне. Когда мамы не было в кухне, он открыл шкаф. Он открыл шкаф. Он открыл шкаф и взял тарелку с персиками. И взял тарелку с персиками. И взял тарелку с персиками. Миша попробовал один персик. Миша попробовал
Один персик Миша попробовал один персик. Он ему очень понравился. Он ему очень понравился. Он ему очень понравился. Он попробовал второй. Он попробовал второй. Он попробовал второй. Потом третий. Потом третий. Потом третий. И скоро съел все персики. И скоро съел все персики. И скоро съел все персики. За ужином мама спросила детей. За ужином мама спросила детей. За ужином мама спросила детей. Дети, кто съел персики? Дети, кто съел персики? Дети, кто съел персики? Все сказали, съел. Все сказали, я не ел. Все сказали, я не ел. И Миша тоже сказал. И Миша тоже сказал. И Миша тоже сказал, я не ел. Я не ел. Я не ел. Папа сказал. Папа сказал. Папа сказал. Это ничего, что кто-то съел персики. Это ничего, что кто-то съел персики. Это ничего, что кто-то съел персики. Нам не жалко. Нам не жалко. Нам не жалко. Но в персике есть косточка. Но в персике есть косточка. В персике есть косточка. Если ее проглотить, если ее проглотить, если ее проглотить, то можно умереть, то можно умереть, то можно умереть. Маленький Миша сказал. Маленький Миша сказал. Маленький Миша сказал. Я косточки в окно выбросил. Я косточки в окно выбросил. Я косточки в окно выбросил. Все засмеялись, а Миша заплакал. Все засмеялись, а Миша заплакал. Все засмеялись, а Миша заплакал.
Ok, adesso lo rileggo l'ultima volta e voi controllate. Однажды мама купила персики и хотела дать их детям после ужина. Она вымыла персики, положила их на тарелку и поставила в шкаф. Маленький Миша очень любил персики и не хотел ждать до ужина. Когда мамы не было в кухне, он открыл шкаф и взял тарелку с персиками. Миша попробовал один персик, он ему очень понравился. Он попробовал второй, потом третий и скоро съел все персики. За ужином мама спросила детей: «Дети, кто съел персики?» Все сказали: «Я не ел». И Миша тоже сказал: «Я не ел». Папа сказал: «Это ничего, что кто-то съел персики, нам не жалко. Но в персике есть косточка. Если ее проглотить, то можно умереть». Маленький Миша сказал: «Я косточки в окно выбросил». Все засмеялись, а Миша заплакал. Ecco, questo è il nostro dettato di oggi. Se volete che io faccia analisi anche di questo testo, come ho già fatto degli altri, scrivetemelo nei commenti. Intanto ci vediamo nei prossimi video. Paca! Allora, se vi è piaciuto questo video e volete che io continui a pubblicarne degli altri e che il mio canale cresca, aiutatemi per favore cliccando mi piace, commentando e condividendo il video. Scrivete nei commenti le vostre eventuali domande e suggerimenti. Iscrivetevi al mio canale e premete il campanellino per non perdere i nuovi video. Grazie e ci vediamo presto.